Где золото найти? Улитка. Ух, наглючая какая, а? Куда хочу, туда ползу. Красотка. Друзья, всем привет. Сегодня волна. Красивая. С барашками. Люди уже начали сезон загара, тепло, ну и купаний. Я взял МДФу, походим, попикаем. Не елка, а куча шишек. Просто их тут море. Насыпало. Гора Алчак. И будем пикать на этом пляжике. Вот такие барашки. Обуха. Так, водичка, конечно, еще. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Без 100 грамм не залезть. Красотень. О. И в наборе горы, море, Эквинокс 800 с громкими ушами, напарница, пин, лопата. Ну что, теперь можно и подпихать. Как всегда, отстойка. Забываем откачаться. Все, пикаем. Чуть-чуть прошелся, шмурдячок. Пока ценного ничего. Но вижу раздевалку. Сейчас мы ее тоже пробьем. Да, и волна усиливается. Такая, ух, красотень. Барашки. И следующая находка. Убитая монета. 15 копеек. 81 год. Советины. Хорошо. Роем дальше. Следующий сигнал. 1.10. Что-то лопатка есть. Это здесь. О, это у нас что? Это у нас 1 рубль. 2006. Живой еще. Чтоб почистить. В магазин сходить. Море все бушует. А мы пикаем. Чайка, привет, как дела? Все хорошо? Загораешь? А мы пикаем. Да, допикал уже, ждал чека. Сейчас поближе к водичке и назад. Это спина уже загорела, походу. Печет. Наконец-то звонкий сигнал 20. Сейчас узнаем. Хороший 20-ник. О, вижу. Желтые на 100% не золото. Так, что это у нас? Блин, наверное. Значит, кусок пластмассы. Железки. Короче, а какая вот здесь стёжка, походу, чего? А может, золото? Это мы потом узнаем. А? Ищем.
Все, дошел до края пляжа. Можно возвращаться. Вон туда. Следующий звонкий сигнальчик 11:10:11. Ух ты, Манитосина. О, снова 1 рубль. Хороший сохран, 2009. На шаурму пойдет. Следующий сигнал 14:15. Это у нас мусор. Пол монеты. Звенят хорошо. Снова хороший сигнальчик 17. Звенит очень хорошо. Достали. Ну, 17-й. Кто это у нас? 17-й. Тоже пол монетосы. Монетосины советов. Так и сгрызло. Снова привет. И снова монетка, 1 копейка 82-го. И как всегда, рубрика «Находки». Мусор, болты, гайки, чего только не лежит. Шмурдяк. Монетосы убитые. Много. И немного неубитых монетос. Вот так и походил пару часиков. Все, барашки посмотрели. Всем пока. До новых встреч.